В Мурманской области поймали еще одного подозреваемого в наркоторговле по-крупному. Сотрудники ФСКН провели оперативно-розыскные мероприятия. В Мончегорске задержали гражданина одной из стран ближнего зарубежья, у которого при себе был героин. Уже при личном досмотре подозреваемого наркополицейские обнаружили, что один из карманов брюк молодого человека буквально заполнен странными свертками с порошком. Всего их было 10 штук. Как позже установила экспертиза, в свертках находился героин. Общая масса изъятого наркотика – 106 грамм. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере». Максимальным наказанием, предусмотренным законодательством Российской Федерации за совершение подобного преступления, является лишение свободы до 10 лет. По данному делу ведется следствие.